Итак, друзья, едем на паводковые дела на нашем хайсанчике. У нас на улице тепло, все растаяло. Вчера я уже тонул. Ну, все нормально, в пределах допустимого. Все, хайсанчик я переоборудовал к паводковому сезону. Все загерметизировал. Теперь могу вброд по колесо ходить. Ну, посмотрим, поехали. Итак, друзья, вот мы и приехали на нашу бобровую, так сказать, уже человеческую уже плотину. Мы научились от бобров разбирать их, ну и сейчас мы научимся собирать. Тут у нас речка, собственно, мой квадрик. Я экипирован, кстати, в Darkfly. Ну, очень классно. Ну, ботиночки у меня от Fintravel, перчатки от Fintravel, все остальное Darkfly. Смотрите, как это все работает. На улице, в принципе, лед еще вот лежит. Вот, видно, что мы тут как бы спасаем наше русло, которое утекает в сторону. Делаем такую бобровую преграду. Вот, и, собственно, вот я иду спокойно в воде. Вот, спокойно перехожу брод. И с ботинками ничего не случилось. Внутри я сухой. Паша работает лопатой. У Паши болотные сапоги. Он еще не квадроциклист. Вот, он еще не купил себе все, что себе нужно. Но тихонечко вот мы выстраиваем тут себе некую брик, короче, прикраду. Далеко землю не выкидывай, запихивай там прям туда, куда нужно. Так что не только одному академику бороться с бобрами, Ильич тоже борется с бобрами. Но в данном случае нам, конечно, бобры сейчас нужны. Потому что вот они бы тут уже давно бы за ночь построили плотину, а мы все-таки лентяи можем немного бревнами только запирячить и все. Ну, пока работаем. Итак, друзья, собственно, выезжаем мы к бобрам поместить грязь. Помесим грязь на этом, помесим грязь на этом. Этот чистый, тот грязный. Посмотрим, что получится. Мини-трактор и мини-трактор.
она глубокой стала, блядь. Я его промыла хорошо. Такой, там не такая речка была. Здесь, наверное, не проедем. Вот сюда не так закидывает. Не так? Ну, потому что резинки поставил. Я же говорю, ты едешь, у тебя там все прям черное. Я резинки поставил, не закидывай. У тебя отсюда бросает. Хотя у меня так же, блядь. Вот эта часть. У меня руки не так, да? Колеса у тебя. Колеса такие же вроде размером. Тебе надо вот сюда, вот здесь, вот часть, видишь, вот. Да, да, да. Вот она и забрасывает тебе. А я убрал эту часть. У меня бы сейчас так же было бы. Вот тут мостик. И туда охуенная дорога есть. Ну, блядь, я думаю, сейчас мы не переедем, да. Он плавает. Конечно, можно сунуть, ну. Там как раз кабаны. Кабаны? Да. Я на снегоходе туда постоянно. А вон кто это такие? Косули. Видишь, да? Вижу, вижу. Давайте тихонько подъедем, чтоб не спугнуть.
Я говорю, аисты? Я первый раз их видел. Лучше не суваться, там можем, я говорю, туда лучше не суваться, здесь можем усесть, вот так надо попробовать проехать тихонечко. Давай, я сначала пойду, чтобы меня потом назад еще вытянуть.